девушка. А дайте, пожалуйста. Презервативы дайте, пожалуйста. Вам какие? А, обычные, ну, не с пупырышками же. Так, а упаковку вам большую или маленькую? Маленькую обычную упаковку, чуть большую упаковку. Я не монстр же какой-то. Мужчины у нас остались только с пупырышками и большие. Да дайте, какие есть уже. Господи, что вы балаган устроили-то? Сюда. Спасибо. Девушка, есть что-нибудь от геморроя? Аза, ты же говорил, вроде на диете, сам хлеб хаваешь. Ну, обедать можно же хлеб. Тем более, ты что этот суп, братан? Первое, сколько угодно можно хавать. Суп начнет тесто же, вон, смотри. Не, ну что здесь тесто? Ну, вареное, братан. Вареное здесь немножко, ничего страшного. Не, ну что, это же мясо, братан. Чисто мясо. Мясо можно хоть сколько угодно кушать. Вообще от него не толстеешь. Не, ну первое, что? Оно же на пару, братан. Там вообще калорий нету там. Ее на пару все готовят, там все, калории все сжигаются, ничего не остается. Здесь чуть-чуть. А, фруктовый пирог можно еще? Не, ну а что, братан, это фрукты. Фрукты, понимаешь, это витамины чистые, все в мышцы идет, все сжигается быстро, ты что? И это диетическую колу. Слушай, Арнат, салам алейкум. Короче, это, я забыл, что у тебя денюха была. Короче, вот от тебе цветы, братан. Ты что, гонишь, что ли, Джунька? Мужику цветы даришь. Ну что ты, ё-моё, ты же по-братски это, возьми цветы, чё ты... Да ты завязывай, блин, мне 35 лет, мужику ты цветы даришь, ей-богу, перестань, Джунька. Ну, блядь, здесь как раз и 35 роз ему, возьми, блядь, с днём рождения, смотри, как красиво, блин. Ты мужику цветы даришь, блин, ну давай я жене просто подарю и всё. Эй, на то пошло, блядь, если ты жене подаришь, отвечаю, я позвоню и скажу, что это не ей конкретно, это тебе конкретно. Ты гонишь, что ли, Джунька? Заколебал, я не буду брать цветы, блядь. Ебану, перестань. Возьми, ебаный в рот, блядь, чё? Да не буду я брать цветы, блядь, заколебал. Возьми цветы, нормальная же композиция, блядь. Арнат! Долбан дисич. Мужику цветы дарят. Приятно хотя. Эй, хорош, салам алейкум, ты чё пропал, а? Думал, я тебя не найду, что ли? Где мои 25 тысяч тенге? Какая разница, как я тебя нашел? Давай сегодня до вечера закинь меня на этот номер, понял? Падла, думал, не найду тебя, что ли? Давай. Кто там дальше у нас, да? Смотри, Айбек. Айбек? Не, да. Айбек в международном розыске. Ладно, да. Не надо. А Азамат? Азамат не должен, но он этот, его налоговый ищет. Кто еще есть? А ты Баужан. Ничего себе, что он делает в Форбсе? Помнишь, он 2 года назад маленький цех держал по производству масок? Ну? За 2 года поднялся же, в Форс попал. Прикинь. Нифига себе. Кто там? О, еще? Вячеслав, он тебе должен, да? Не, Вячеслава, я должен. Да, он тебе не найдет? Не, я номер поменял, ничего страшного. Кто там еще есть? Смотри, Александр здесь еще есть. Так, Александр, сколько мне бабок должен? Еще, это Кайрат. Кайрат, нет, Кайрат отдал. Вставать будешь? Ты устала за весь день? Ты же целый день спишь. А ты вот так вот попробуй 9 месяцев себе носить 10 килограмм. Или что-то говорить. С легким паром. Спасибо. Че голенький. Ты мой колобок. Фу, ты душем воняет. Ты больной, что ли? Ой, милый, костюмчик, да, на ней будет смотреться классно. Угу. Жду не до души. Ну, готов. Ты думаешь, если я женщина, я всегда посуду назову, да? Я мой. Сегодня, короче, взвесилась. До беременности 47 весила, сейчас 60. Ты ребенок 13 килограмм весит, представляешь? Ага, конечно.
Че, конечно. Да вот ты не тянет, мам, нормально. Просто запоры, четвертый день уже посрать не могу нормально. Ай, молодец. Я это ребенок. Угу. Алло, дай, Бержан здесь пердит ходит, соблазняет пуками свиньи. Так, 701, 701, 395, 395, ёлки, 701, 395, 701, 701, 395, 395, точно 395? Да, точно, 395, 395. Ой, да, я. Так, 395. Алло, Маржан, подъедь сам аналом забери. Вспотела, пока отправляла. Пап, сізге бір айтар сөзім бар. Ие? Мен гетеросексуалмын. Не дедін? Мен гетеросексуалмын. Қайталап жүрш, естімей қалған сияқтымын. Солай бұл қалда мен гетеросексуал. Қатты гетеросексуалсың ба? Қат-қатты тас сияқты. Оны неге маған ванныйды айтып жатсын? В общем, былай, мамаңа айтушы болма, маманың давленесі көтеріп көдер. Сұң ба? Жарай, айтпайым. Әйе, кейін қажеден қателік кетті кен, Әй, қатын, сенің балаң гетеросексуалист екенін білесің бе өзің? Маш, я в магазин. Тебе что-нибудь взять? Не, Зай, ничего не надо. Ага. Да. И как? Дерьмово. Тебя хоть есть кому навещать. А ты, значит, сиротка? Маш, что это такое? Я же себе взял, я же спрашивал у тебя. Ты что, жалко, что ли? Я взял ровно столько, сколько я съем. Я же у тебя спрашивал, брать тебе что-то, не брать. Ты сказал, ничего не надо. Капец ты, жмот, тебе что, жалко, что ли? На, подойдись. Тима, я тебе хочу кое-что сказать, брат. Я обратно начал играть. Блин, Дас, вот сколько можно? Тима, последний раз прошу у тебя, займи десятку на ход ножки. Больше не надо, брат. Давайте в течение получаса скажу ответ. Просто у меня с собой нету тоже. Давай я прозвонюсь. Хорошо? Брат, ты же мой близкий же. Ага. Просьба есть одна. Никому не говори. Только между нами, хорошо? Все, брат. Все, брат, понял. Сайло, родной. Просьба, брат. Займи десятку, а. Брат, я обратно начал играть, все по***л. Опять? Братан, последний раз прошу тебя. Мне дожить надо на ход ножки десятка. Все, больше не буду у тебя спрашивать. Ты же мой близкий, родной. У меня сейчас нету. Есть должники, которые должны дать. Давай срок курим. Все, Рахмет, родной. Только, братан, никому не говори. Чисто между нами, хорошо? О, да, брат. Ну что, Рахмет? Короче, Дастин. Че говори? Ну говори. Ты говори, давай. Только между нами, братан. Ага. Не так чисто по секрету сказал. Опять играть начал. В долг десятку просит. Я и думаю, давать, не давать сейчас ему. Да ну, опять что ли начал? Ну, брат, конечно, давай тенда. Как друга же просит тенда. А шел до усланда, блин, что там десятку на ход ноги, наверное, нажили были. Меня бы попросил конкретно, я бы ему закинул не то, что десятку, а двадцатку закинул. Смело, брат. Дастин! Что делать, если ты вжаться? Она у тебя прахтар. А типа падает, вот так вот так делают. А они где? Зачем? А пиззарядка. Пиззарядка. А можно минды подметать и темон? А что мне это? Жаман и веник дали. А супруга нормальный, это твердый, хорошо вот. Это делает. Уже пора сжигать тебе булмайда, углекислый газ и экология куртуга нельзя. Дуртими огород кидать.
А Пашка, а вот это горит жанада, да? Давайте жандрамас и костер булады, мы как в сказке вот так. Ой, война ему весело булада, да? Еркен, от меня есть еркен. Из тебя хочешь, Нарси? Кирилл, из тебя. Какая невоспитанная бабушка.